Добрый день, меня зовут Смирнов Николаевич, я член поискового отряда «Пересвет». Я хочу рассказать про такие виды экспонатов, как каски. На данный момент у меня в руках находится каска СШ-36, шлем стальной, и либо в простонародье «Ханкелголка». Здесь чем она отличается, то есть у нее как бы сверху есть такая наклепка, которая как бы в виде гребешка. Далее могу представить каску наш шлем стальной образца 40-го года. Это как раз те каски, с которыми наши солдаты в основном встретили Великую Отечественную войну. Данный шлем мог использоваться солдатами не только для того, как защищать, но а также в нем они переносили воду при утере пехотной лопатки. Они могли отрывать им окопы, а также во время боевых действий шлемом можно было ребром нанести рубящие удары. Также здесь у нас представлено два вида касок немецких. Это немецкая каска вермахта, которая была у них на вооружении. Они выпускались с 1937 и дальше когда. И также есть каска элитных подразделений, либо воздушно-десантные силы Германии, да, десантники. Они отличаются от обычных касок тем, что они приплюснуты чуть-чуть. Для того, чтобы не мешали прыгать с парашютами, они более плотно сидели на голове. Плюс, если посмотреть на данную каску, то здесь можно увидеть то, что данному воину немцев не поздоровилось. Здесь виден на данной каске входное отверстие осколка и выходное отверстие, которое в два раза больше.